Здравствуйте, дорогие зрители канала «Куплю интернет» и читатели сайта «Куплю интернет». Наконец-таки привез мне курьер 2 iPhone 5 на 16 гигабайт и один iPad на 16 гигабайт, который куплен был через Union Post в США буквально пару недель назад и за 3-4 дня доехал до Новосибирска. Сейчас мы это все дело вскроем и узнаем, что же там находится внутри. Первая жертва ножа. Это iPhone 5 черного цвета. Опаньки. Что же там внутри? Внутри там iPhone 5 черного цвета. О чудо. Ну и стандартный комплект американской поставки. Далее. Скрываем iPhone 5, только уже белого цвета. Кстати, я его вижу первый раз в глаза. Самому интересно, на что это похоже. Скрываем. А, какой чудесный беленький телефончик. iPhone 5. Ну, почти белого цвета. Серебристая рамка все-таки здесь есть. Стандартный комплект поставки. И последняя жертва нашего ножа. Это iPad 4. Он же iPad Retina. Он же чудо. Радость детская. Он же еще много-много всяких разных названий имеет. Для детей, безусловно, вещь местами необходимая, создающая кучу свободного времени родителям. Но, извините, это палка о двух концах, поэтому внимательненько с этим, внимательно. И он, наверное, скоро откроется. Так, внутри мы имеем iPad черненького цвета с экраном Retina, 16 гигабайт. 3G модулем AT-AT, что можно, наверное, увидеть даже по надписи вот по этой вот. Комплект поставки: зарядочка, шнурок ватинки USB и инструкция. Собственно, все это чудо обошлось очень дешево и в России найдет своего ценителя, любителя, читателя. Спасибо за внимание. Удачных покупок через интернет.